Людмила Георгиевна Зыкина родилась в 1929 году. Выдающаяся эстрадная певица, исполнительница песни «Течет река Волга», основательница Народного ансамбля «Россия», прославилась в жанрах фольклорных песен и романсов. Выступала в хоре имени Пятницкого, хоре русской песни Всесоюзного радио. Была артисткой Москонцерта. Всегда и повсюду, где бы ни выступала Зыкина, она собирала восхищенные взгляды и шквал аплодисментов. За вклад в музыкальное искусство певица награждена множеством премий и орденов, среди них ордена святого апостола Андрея Первозванного, заслуги перед Отечеством 1, 2, 3 степени Ленина и другие. В 1973 году певице присвоили звание народной артистки СССР. Людмила Зыкина скончалась 1 июля 2009 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище, 5 участок, 23 ряд, у Центральной аллеи. В июле 2012 года на могиле певицы установили памятник, выполненный народным художником России, армянским скульптором Фридрихом Сагаяном. Бронзовая фигура Людмилы Зыкиной установлена на горизонтальный постамент из полированного серого гранита. На лицевой стороне имя певицы выгравировано и покрытое сусальным золотом. Артистка запечатлена в концертном платье до пола, волосы убраны в аккуратную прическу, руки сложены. Позади виднеется огромный букет бронзовых цветов.